Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Subaru Forester. Итак, все детали переда будут заменены. Правый бок, две двери и заднее крыло буду ремонтировать. Верхнюю часть проема спереди тоже отравняю. Установил машинку на стапель и разобрал правую сторону. Ремонт начинаю с заднего крыла, затем заднюю дверь и переднюю. И первым делом вытягиваю крыло, ну а затем поработаю с поттером. Задним крылом я закончил. Теперь задняя дверь с небольшой вмятиной.
Итак, теперь передняя дверь. Есть внутренние повреждения. Равняю их. Чудненько. Устанавливаю переднее крыло и проверяю край двери. Вот в этом месте дверь немного вмята. Теперь пришло время поколдовать со споттером. Итак, с правой стороной я закончил. Теперь приступаю к ремонту переда. Ну и первым делом я разберу его и удалю весь поврежденный металл.
Ненужный металл удален. И теперь я вытяну верхнюю часть лонжерона и затем удалю ее. Прекрасненько, лонжерон ровный. Теперь я измеряю высоту лонжеронов и диагонали. Расстояние между лонжеронами определяю по балке бампера. Теперь оно меньше на 1.5 сантиметра. Исправляю это. В этом месте все хорошо, но мне надо немного потянуть вправо 3 мм. Теперь подровняю небольшие повреждения лонжерона. Измеряю, если все хорошо, свариваю. Устанавливаю телевизор. Телевизор сваривает только внизу. Вверх сварю, когда установлю крылья, фары, бампер. Но прежде я устраню небольшие проблемы с капотом. Капот немного уехал вправо. Потяну его. После этого я устанавливаю крылья, фары, бампер. Все детали переда были установлены. Все зазоры проверены. И теперь я могу сварить вверху телевизор. Так, сварочные работы закончены. Теперь я крашу замененный лонжерон и устанавливаю все детали переда. Моя работа с этой машиной закончена. Работа эта заняла 8 дней,
отдаю машину хозяину. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!